Не, вас ебашил, вот и ебашь, вот и все. Так-то я боец, но я человек. Рептилоиды это... Они, короче, вот живут под землей. Они живут под землей и правят нас миром. Знаменитость. Мне вообще по барабану. Я так чисто, босяк. Есть люди, а есть на самом деле кренделя. Сидим, выпиваем. Ну что, слово за слово, так разговор идет. Она говорит, да я вот ведьма. Потом вот так вот другой тоже общаешься, пиво пьешь. Я тоже так вот ведьма такой. Я могу гирю поднять, вот 50 килограмм, для меня это разминочка. Золото куда-то девается, куда-то она девается. Ну ты сам не глупый, сам понимаешь. Ну надо быть человеком, вот и все. Самое главное, надо быть человеком по жизни. Глобальное потепление будет, и глобальное потепление будет, и ники растают, и будет поток. Как ваше настроение? У меня просто великолепство. У меня пацанами все живу. Приходите в гости. Тут уж даже не пришельцы быть. Раньше же великаны же были. По 20, по 15 метров. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, aber so traurig bin. Ein Mensch aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus. Мир я хочу, чтобы был, мне вообще по барабану. Сейчас войны, войны идут, скоро конец света будет. Мне вообще по барабану, чё, как, кто, как ко мне относится. Чё-то я так и вывод сделал, что он какой-то масон. А, ну так же говорит. Масоны это, знаешь кто? Кеннеди! Хуеннеди. Великобритания, Америка, масоны. У меня девушка, блин, знаешь, братка. Была, умерла. Врет он все, врет. Одна повесилась, блин, другая, короче. Из-за того, что семью не хочу, она повесилась. Я проститутку шлюх никогда не ебал и не буду ебать. Говорят, это молодой человек, можешь с нами познакомиться? Конечно, можно. Говорит, череп, это ты, я давай. А можно ли?